Hare Krishna. Welcome for this reading of Sri Chaitanya Bhagavat. Hare Krishna, приветствуем вас на чтении Шримад Чайтаньи Бхагавата. We hope that everybody has had a good day. Надеюсь, что у вас у всех был хороший день. And before we begin, I just want everybody to give us a message, whether the sound is sufficient or not, in English and in Russian. И прежде чем мы начнем, пожалуйста, напишите сообщение, слышно ли вам звук и английский, и русский. So give a message now if you can hear both, and then Chief Charan will get up and he will check your messages. Да, прямо сейчас пошлите, пожалуйста, сообщение, Шеф Чаран проверит. We had another wonderful day in Sri Vrindavan Dham. It's 33 degrees here, and we have a beautiful slight breeze in Vrindavan, and sitting here in the back corner of the yard, everything is very cool and wonderful. Сегодня был еще один прекрасный день во Вриндаване. Сейчас 32 градуса тепла, а дует легкий, приятный ветерок, и мы вот находимся на заднем дворе в саду, очень приятная атмосфера. The great master chef Shiv Charan prepared a wonderful lunch. Шив Чаран приготовил чудесный обед. He edited what I just said. Он изменил то, что я сказал. But he prepared a very delicious spinach soup. Но он приготовил очень вкусный шпинатный суп. And then he made grated cauliflower, like cauliflower rice. И он приготовил натертую цветную капусту. Это как рис из цветной капусты. And a very delicious salad. И очень вкусный салат. And today I cleaned and did puja. И сегодня я сам убирался и делал пуджу. Okay, so yesterday we started reading the first verse of Chaitanya Bhagavat. Вчера мы начали читать первый стих Чайтаньи Бхагавата. And we're hearing the Gaudiya Bhashya, or the commentary by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, in describing the first verse. И мы слушали Гаудия Бхашью или комментарий Бхактисиддханты Сарасвати на первый стих. So we'll read the first verse again. Прочитаем стих снова. Аджану ламбита буджо канака вадатал санкиртанай капитадо камалая такша вишвамбаро двиджаваро джугадарма пало банде джагат приякаро коруна ватаро. I offer my respectful obeisances unto Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityananda Prabhu, whose arms extend down to their knees, who have golden complexions, and who inaugurated the congregational chanting of the holy names of the Lord. Я предлагаю почтительные поклоны Шри Чайтанье Махапрабху и Шри Нитьянанде Прабху, чьи руки дотягиваются до их колен, цвет тела которых подобен расплавленному золоту, и которые начали движение совместного воспевания святых имен Господа. Their eyes resemble the petals of a lotus flower. Их глаза напоминают лепестки лотоса. They are the maintainers of the living entities. Они поддерживают все живые существа. They are the best of the brahmanas. Они лучшие из всех брахманов. They are the protectors of religious principles for this age. Они являются защитниками религиозных принципов этого века. They are the benefactors of the entire universe. И они благодетели всей вселенной. And they are the most merciful of all incarnations. И они являются самыми милостивыми из всех воплощений. So we'll continue Srila Bhaktisiddhanta's purport where we concluded yesterday. И мы продолжим комментарий Бхактисиддханты Сарасвати с того места, где остановились вчера. And before doing so, we'll offer obeisances to Srila Prabhupada
And to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakura. И прежде чем сделать это, предложим свои поклоны Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисиддханте Сарасвати. Нама Ом Вишну Падая Кришна Прастая Бутале Шримате Бхакти Веданта Свамините Намине Намасте Сарасвати Деве Гуравани Прачадане Нирвисеша Суньявади Пасчачаде Зитаране Нама Ом Вишну Падая Кришна Прастая Бутале Шримате Бхакти Сиддханта Сарасвати Ити Намине Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхар Шивасади Гаур Бхактивинда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари. So Srila Bhaktisiddhanta says, Итак, Шрила Бхактисиддханта говорит, by using dvivachana form of the word Vishvambar, both Vishvarupa and Vishvambar are indicated. Используя форму двивачана слова Вишвамбара, подразумевается Вишварупа и Вишвамбара. Shri Gaur and Shri Nityananda are both Vishnu Tattva, and since they have distributed love of God to the world through the chanting of the holy names, they are known as Vishvambar. Шри Гаура и Шри Нитянанда оба являются Вишну Таттвой, и поскольку они распространили любовь к Богу по всему миру посредством воспевания святых имен, их они оба известны как Вишвамбара. Шри Нитянанда and Шри Вишварупа are one. Шри Нитянанда и Шри Вишварупа едины. Please refer to the Adikanda of this book. Пожалуйста, обратитесь к Адиканде этой книги. Srila Kaviraj Goswami has written in his Chaitanya Charitamrita, Adi 3:32-33, as follows. In his early pastimes, he is known as Vishvambar because he floods the world with the nectar of devotion and thus saves living beings. Шрила Кавираджа Госвами написал в Читании Чаритамрити Ади 3.32.33 следующее. В его ранних играх он известен как Вишвамбара, поскольку он затопил весь мир нектаром преданности и таким образом спас все живые существа. The verbal root dubrin, which is the root of the word Vishvambar, indicates nourishing and maintaining. Глагольный корень дубрин, который является корнем слова Вишвамбара, указывает на питание и поддержание. He, Lord Chaitanya, nourishes and maintains the three worlds by distributing love of God. Он, Господь Чайтанья, питает и поддерживает все три мира, распространяя любовь к Богу. So this is a nice understanding of the word Vishvambar for the Gaudiya Vaishnavas. Это очень хорошее объяснение и понимание слова Вишвамбара для всех Гаудия Вайшнав. In a general sense, Vishvambar means the maintainer of the universe. В основном значение слова Вишвамбара это тот, кто поддерживает Вселенную. One who provides everything for the universe. Или тот, кто предоставляет все необходимое для Вселенной. And if we think about God, we can say, yes, he's providing us the sun, and he's providing us the air, and he's providing us water, and he's providing us grains, and he's providing us so many different items by which we exist. И если мы подумаем, то действительно Господь предоставляет нам все: солнце, воздух, воду, зерно и все остальное, что необходимо для нашей жизнедеятельности. But Lord Chaitanya is maintaining the universe in a different way. Но Господь Чайтанья поддерживает Вселенную другим способом. And he does that through distributing love of God. Он делает это посредством распространения любви к Богу. Lord Chaitanya distributes bhava-bhakti and prema-bhakti. Господь Чайтанья распространяет бхава-бхакти и према-бхакти. And he does that both through liberally giving the Hare Krishna Mahamantra. И делает он это посредством либерального распространения Махамантры. Our acharyas have said, Golokera Premdan Harinam Sankirtan.
Наши ачарьи сказали Галокер Прамадхан Харинам Санкиртан. That Lord Chaitanya has brought the highest gift of love of God into this world through the chanting of Nam Sankirtan. Что Господь Чайтанья принес высший дар любви к Богу в этот мир посредством воспевания святых имен. So really we've become receptacles of the greatest mercy of Godhead. Поистине мы стали преемниками высшей милости Верховной Личности Бога. That we have been fortunate and we've received the Hare Krishna Maha Mantra. Мы были удачливы, и потому что получили Hare Krishna Maha Mantra. You know, Raghunath Das Goswami has prayed. Raghunath Das Goswami молился. Нама Шриштам Манумапи Сатипутра Матта Сарупам. And there he says, of all the gifts that we receive from our spiritual masters and spiritual authorities, the greatest gift is the gift of the holy name. В этой мантре он говорит, что из всех даров, которые мы получили от духовного учителя и других духовных авторитетов, из всех этих даров самым лучшим даром является святое имя Господа. And the chanting of that holy name, it blesses us in so many ways. И воспевание этого святого имени дарует нам множество разнообразных благословений. And ultimately it blesses us with a seed within the heart. И в высшем смысле оно благословляет нас семенем, посаженным в наше сердце. Which is the great thirst that one day we can attain the pure devotional service of Radha Madhava in Vrindavan. И это семя заключается в жажде к тому, что однажды мы сможем обрести чистое преданное служение Радха Мадхаве на Галоке Вриндаване. Наратам Дас Такур, he has written. Наратам Дас Такур пишет. Радха Кришна пран мор джугала кишор дживане мор вингати ару нахи мор. That the service of Radha Krishna is the only thing that we desire birth after birth. Он объясняет, что служение Рады и Кришне это единственное, чего он желает рождение за рождением. Okay, Shiv, go over to the gate. Or go over here. I don't know if you can get in there or lean in there. Mm-hmm. But try to get the boy's attention and go shh. Mm-hmm. Just a moment. Our neighborhood boys have come out to play. Just about at the same time that we've sat down to read. And Shiv Charan is going to try to convince them to be a little quiet for a while. Let's see if he will be successful. Was there a favorable response? Yes. They acknowledge that something's going on? Yes. Good. Let's see how long they will remember. Okay. Yes, so Lord Chaitanya, he's not Vishwambar in only the way that he's giving us food to eat, but Vishwambar is giving us ecstatic Bhav Bhakti and Prema Bhakti. Вишвамбар не только тот Господь, который нам дает хлеб наш насущный, но это тот Господь, который дает нам экстатическую Бхава Бхакти и Према Бхакти. We're practicing Sadhana Bhakti. Мы практикуем Sadhana Bhakti. And the potentiality of the practice of Sadhana Bhakti is the awakening of Prema Bhakti. Excuse me, Bhav Bhakti. И потенциал практики садхана бхакти заключается в том, что мы можем обрести бхава бхакти. Just like you see all of these plants that are growing around here.
Вы можете видеть, как, например, вы можете видеть все вот эти растения, которые здесь растут вокруг. Well, I planted most of them. Я посадил большую часть из них. And when I planted them, they were just little tiny things like this. И когда я их рассаживал, это были маленькие ростки вот такого размера. But I understood that they had potential in them to grow into these beautiful vines that would decorate the garden. Но я понимал, что они содержат этот потенциал вырасти в большие длинные лозы, которые смогут украсить этот сад. Or just like on either side of the house here in the back. Или как с обоих сторон дома, который позади нас находится. We have these nice bakul trees that are growing. Там растут прекрасные деревья бакул. And I planted them 30 years ago. Я их посадил 30 лет назад. And they were just small little things like this when I went to the nursery in Agra to get them. И они были вот такие вот маленькие росточки, когда я поехал за ними в место, где их продавали, в Агре. Now they've grown quite big. Сейчас они выросли достаточно большими. They probably would have grown bigger if they hadn't been tormented by the monkeys all the time. И может быть они выросли еще больше, если бы их не мучили постоянно обезьяны. But they had that potential in them to grow. Но у них есть этот потенциал в том, чтобы расти. So practicing sadhana bhakti, the potential is the awakening of bhava bhakti. И также в практике sadhana bhakti есть потенциал обретения bhava bhakti. And Rupa Goswami has described this process of sadhana. И Рупа Госвами он описал этот процесс садханы. He said it begins from the awakening of transcendental faith or shraddha. Он объяснил, что начинается все с пробуждения трансцендентной веры, шрадды. And that faith brings us into the association of Vaishnavas. Эта вера приводит нас в общество преданных, вайшнавов. And in that association we receive good instructions on spiritual practice. В этом обществе в ходе общения мы получаем наставления о духовной практике. And then we're presented with the idea. Well, yes, they're giving some remedial formula. So, let's see what will happen if I follow these instructions. И нам приходит в голову мысль, что вот они мне представляют этот способ, как можно спастись, освободиться, и приходит мысль, а что будет, если я попробую этому следовать? If we come into the association of devotees, and the first instruction we receive is chant Hare Krishna. Когда мы приходим в общество преданных, первое наставление, которое мы получаем, это повторяй Харе Кришна. We receive the instruction, read transcendental literatures. Нам дают наставление изучать трансцендентные произведения. We receive instructions, we're not bodies. Мы получаем наставление, что мы не тело. We receive instructions, do not try to understand the absolute through the process of speculating with your mind. Или же мы получаем наставление, что не стоит пытаться постичь абсолют посредством измышления с помощью ума. Then we begin to practice these principles in the association of the Vaishnavas. Затем мы начинаем практиковать эти принципы в обществе преданных. And next phase is we all start to see that unwanted things within the heart gradually become removed. И следующий этап мы начинаем замечать, что различные неблагоприятные вещи в нашем сердце начинают уходить. And when the heart starts to become very cleansed, then we develop a deep faith, and we develop a deep understanding of the process of bhakti. И когда сердце становится достаточно очищено, то у нас развивается очень глубокая вера и глубокое понимание процесса бхакти. And that develops to the position of you know, relishing spiritual taste. И это все развивается в состоянии, когда мы начинаем испытывать духовный вкус. Which brings us to the point where our consciousness fully changes. И это приводит нас к положению, в котором наше сознание полностью изменяется. And that position of bhakti is called ashakti.
И такое, такой уровень бхакти называется ашакти. Now in one sense the shakti means attachment. С одной точки зрения ашакти означает привязанность. It's like in the seventh chapter, he says, "My shakta manaha parta." He says, "Attach your mind to me." Как в седьмой главе Кришна говорит, моя шакта манаха парта, привяжись свой ум ко мне. So after all of these different endeavors in bhakti, we come to the point of attachment. То есть благодаря всем этим усилиям на усилиям прилагаемым в бхакти. Мы доходим до привязанности. But what that means is that our attachment has become transformed. Но что это значит? Это значит, что наша привязанность трансформировалась. And rather than just seeing things in relationship to attachments of my material body or attachments to satisfying the subtle mind, attachment to trying to satisfy the senses, attachment to looking for fame or prestige or recognition, our only attachment is to Krishna. Это значит, что наша привязанность перемещается с материального тела, с материального ума или объектов материальных чувств или с обретения славы, признания, почета. Эта привязанность, она перенаправляется на Кришну. And that's a very exalted position of bhakti. И это очень возвышенный уровень бхакти. It's sort of the last stage of sadhana. Это считается последней ступенью садханы. And in one of his literatures, Srila Bhaktivinoda Thakur explains. В одном из своих произведений Шрила Бхактивинод объясняет. At this position of bhakti, the mirror of our consciousness is perfectly purified. Он говорит, что на этом уровне бхакти сердце нашего сознания, простите, зеркало нашего сознания полностью очищается. And he calls to mind the example of Lord Chaitanya Chaitodarpana Marjanam, that the mirror is absolutely pure. И это приводит пример то же самое, что говорит Господь Читания, Чаттадарпана Марджанам, что зеркало, оно полностью чисто. And he explains that when we look into the mirror, then we receive the perfect reflection of who we are. И когда мы смотрим в такое зеркало, мы получаем отражение, в котором мы можем идеальным образом видеть самих себя, кем мы являемся. And in one reference I read from Srila Bhaktivinoda. И в одном утверждении Шрилы Бхактивинода я читал. He said, in that stage, we will be chanting Shudanam. Он говорит, что на этом уровне мы будем повторять Шуданам. And when we're looking into the mirror of the consciousness, sometimes we'll see Krishna looking back at us through the mirror. И глядя на этом уровне, глядя в зеркало своего сознания, мы будем иногда видеть Кришну, который смотрит на нас оттуда. And we can interpret this as Krishna's divine mercy simply to increase our eagerness and our greed and our transcendental attachment to have him and only him. И мы можем понимать тогда, что милость Кришны проявляется в том, что он усиливает наше устремление, наше желание и нашу привязанность к тому, чтобы обладать им и только им. We read many instances of Krishna doing this to his devotees. Мы читали о многих случаях, когда Кришна делает так со своими преданными. To the great advanced Vaishnavas. С великими продвинутыми преданными. He'll appear to them while they're performing their spiritual practice, and the devotees will become overwhelmed with spiritual joy, and then he'll disappear again. Кришна является перед своими преданными, когда те занимаются духовной практикой, и их переполняет духовное блаженство, и тогда он исчезает. And that stimulates their eagerness and also places them in that great fire of separation. И это стимулирует их жажду, устремление, и также это помещает в их великий огонь разлуки. And Sanatana Goswami explains. Sanatana Goswami объясняет. When a devotee becomes burned by this
this great forest fire of separation from Krishna, then he feels himself completely destitute. He feels himself completely hopeless and helpless. Он объясняет, что когда преданный попадает в этот пожар или в этот огонь разлуки, он чувствует себя абсолютно беспомощным и безнадежным. And in that helpless state, that's when the true feelings of Dainya or Vaishnav humility become manifest. И вот в этом беспомощном состоянии проявляется Дайня или истинное вайшнавское смирение. And as we mentioned the other day, Dainya is an essential component of prema bhakti. И как на днях мы уже говорили о том, что Дайня является сущностной составляющей према бхакти. So this is the last stage of our practice of sadhana bhakti. Таким образом, это последняя стадия практики садхана бхакти. And when a devotee is in this advanced stage of bhakti, then Krishna bestows his mercy. И когда преданный достигает вот этого продвинутого уровня бхакти, Кришна проливает свою милость. And Krishna allows his chit shakti to enter the heart of the devotee. Тогда Кришна позволяет своей чит-шакти войти в сердце преданного. And then we have that phenomena that's described by Sutta Goswami in the Bhagavatam. И тогда происходит то, что описывает Сутта Госвами в Бхагаватам. He says, "Муктир хитваньята рупам сварупена виавастити." That mukti, or liberation, for the Vaishnav, means that all material conceptions are finished, and our swarup, or our constitutional spiritual form, and our knowledge of that spiritual form becomes awakened. Он объясняет, что мукти для вайшнавов означает, что все остальные материальные обозначения заканчиваются, уходят, и проявляется наша истинная форма, понимание нашей истинной формы, оно становится доступным. Yes, all material conceptions like man, woman, or any national identity or religious identity, you know, destroyed. Да, то есть все представления о себе как о мужчине, женщине, какой-то социальный статус или принадлежность какой-то нации, все это уходит. Not only with the gross material body, but with the subtle material mind. Это касается не только грубого материального тела, но и тонкого материального ума. Rupa Goswami says, "Sarva upadi vinirmuktam tatparatena nirmalam." We become perfectly pure. Так говорит Рупа Госвами, что мы становимся совершенно чистыми. And then that svarup, or our eternal spiritual identity, will become awakened. We'll realize that. И тогда наша сварупа или вечная духовная сущность пробудится, и мы осознаем ее. And then we're situated in spiritual existence. И тогда мы будем находиться в духовном существовании постоянно. In the Gita, Krishna instructs us. В Гите Кришна дает нам наставление. Brahma Bhuta Prasannatmana Sochati Nakankshati. He says, our duty is to come to the spiritual platform of life. Он говорит, что наш долг — достичь этого духовной платформы жизни. Mad bhaktim labhate param. And when we come to the spiritual platform, we'll meet Krishna person to person, and we'll have the great opportunity to engage in his pure service. И он объясняет, что мы встретим Кришну лицом к лицу, и у нас будет возможность служить, предлагать ему личное служение. So the potentiality of this process of sadhana bhakti yoga is the awakening or the dawn of bhava bhakti. Таким образом, потенциал sadhana bhakti заключается в том, что Бхава Бхакти пробудится или взойдет. And then the potential of the careful practice of devotional service, when we come to the stage of ecstatic devotional service, is the awakening of Krishna Prema Bhakti.
И затем потенциал внимательной практики бхакти в состоянии экстатической бхава-бхакти заключается в том, что пробуждается према-бхакти. Or as Kapil Dev told his mother Devahuti. Или как Капила Дев объяснял своей матери Девахути. Satam prasangam virasanvido bhavanti ritkarna rasayana kata yaj toshinad ashwapa bharga bhartmane shraddha ratir bhakti anukrimasiti. He tells his mother that I can only be understood, or my chivalrous and my valiant activities can only be understood in the association of my pure devotees. Он объясняет своей матери, что его героические великие деяния могут быть поняты лишь только в общении с чистыми преданными. And when we hear the activities of Krishna in the society of the pure devotees, then our hearts and our ears become very satisfied by this nectarian katha. И когда мы слушаем рассказы о Кришне в обществе чистых преданных, то наши сердца и уши становятся удовлетворенными благодаря этой нектарной катхе. Simply by the process of repeatedly bathing in the talks of Krishna will be taken away from the path of the repetition of birth and death and will be placed upon the path of liberation. Просто благодаря процессу слушания вновь и вновь о Кришне мы сойдем с этого пути, повторяющегося рождения и смерти, и станем на путь освобождения. And then he concludes. И затем он заключает. And he says, Shraddha Ratir Bhakti Anukrimasiti. And he says, and it will happen step by step. И он объясняет, что это будет происходить по ступеням, шаг за шагом. So first is Shraddha. Сначала появляется Shraddha. Transcendental faith in the performance of sadhana bhakti yoga. Трансцендентная вера в совершение практику бхакти йоги. And he says that brings us to the point of rati, or performing devotional service with transcendental attachment or bhava bhakti. И это приведет нас к рати или к трансцендентному преданному служению с привязанностью bhava bhakti. He says Shraddha Ratir Bhakti. And when he says bhakti, he means Krishna prema bhakti, or the premananda of pure devotional service. Когда дальше идет бхакти, когда он говорит бхакти, он имеет в виду Кришна према бхакти или премананда, чистое преданное служение. And Srila Narottam Das Thakur has described prema bhakti in his Prema Bhakti Chandrika. Srila Narottam Das Thakur описал Prema Bhakti в своем произведении Prema Bhakti Chandrika. And he has said that Prema Bhakti is such a pure thing. Там он объясняет, что Prema Bhakti это такая чистая субстанция. And he gives a comparison to gold. Он сравнивает ее с золотом. But he says Krishna Prema Bhakti is like gold that has been burned in fire millions and millions of times in order to remove all impurities and make it glow ever so brightly. И он говорит, что прямо бхакти это такое золото, которое было растоплено в огне миллионы и миллионы раз для того, чтобы удалить все примеси и чтобы оно сияло очень ярко. So this is what Sri Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu are nourishing us with. И это как раз то, чем питают нас Шри Чайтанья Махапрабху и Шри Нитьянанда Прабху. And as making the effort to become devoted followers of Sri Sri Gaura-Nitai, we should cultivate this process of Krishna consciousness and accept that nourishment that they're giving in order to keep step by step trying to attain that goal. И как преданные Шри Чайтанья и Шри Нитьянанды, нам следует следовать этому процессу и должным образом питать нашу практику бхакти, чтобы
шаг за шагом достичь цели. Ultimately, we all understand that it's not by our own efforts that we're going to go to the spiritual world, but it's only by the divine mercy of Krishna and the spiritual master. В конечном счете мы все осознаем, что попасть в духовный мир мы можем не с помощью своих усилий, а только по милости Гуру и Кришны. But certainly we should endeavor very sincerely. Но при этом, тем не менее, нам следует очень искренне совершать усилия. And devotees all over the world, they know that a classic example of that is Mother Jasoda and Damodar. И все преданные по всему миру знают, что классическим примером этого являются мама Ишода и Дамодар. You know, she made so many efforts to bind Krishna. Она приложила так много усилий, чтобы связать Кришну. And Krishna finally reciprocated with her. И Кришна в конце концов ответил ей взаимностью. And Srila Bishwanath Chakravarti Thakur always describes that the rope was two fingers too short, because that signifies the endeavor of the Vaishnav and the mercy of the Lord. Srila Bishwanath Chakravarti Thakur всегда объяснял, что веревка была на два пальца короче, и эти два пальца символизируют искренние усилия преданного и милость Господа. So my endeavors will never be great enough that it will unlock the door to the spiritual sky. Таким образом, моих усилий никогда не будет достаточно, чтобы отпереть эту дверь в духовный мир. But if my endeavors in service to Krishna and the spiritual master are the only focus of my life. Но если усилия след удовлетворение духовного учителя и Кришны является единственной целью моей жизни. This will induce the transcendental mercy of Krishna. Это призовет трансцендентную милость Кришны. And when we receive Krishna's mercy, everything will become revealed. И когда мы получим милость Кришны, все откроется нам. When we receive the mercy of Krishna, the impossible becomes possible. Когда мы получаем милость Кришны, невозможное становится возможным. Or like Kaviraj Goswami writes about Lord Chaitanya. Или как Кавирадж Госвами пишет о Господе Чайтанье. He says that for a person who has received the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu, the most impossible thing becomes very possible. Он говорит, что для того человека, который получил милость Чайтанья Махапрабху, даже самое невозможное становится возможным. Similarly, if we don't receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, then even the smallest thing will be impossible to perform. И точно так же, если мы не получили милость Чайтанья Махапрабху, то даже самое простое будет для нас невозможным. By the grace of Chaitanya Mahaprabhu, a blind man can see stars in the sky. По милости Чайтанья Махапрабху, слепой человек может увидеть звезды в небесах. A man whose legs do not work can climb the highest mountains. И человек, у которого не действуют ноги, он может забраться на высочайшие горы. And an ignorant person or a person who cannot speak will recite very eloquent poetry. И невежественный человек или тот, кто не может говорить, он будет повторять очень возвышенную поэзию. So if we make these endeavors for Lord Chaitanya, if we make these endeavors for the pure service of Sri Krishna, if we make these endeavors for the pure service of our spiritual master, there will be reciprocation. И если мы будем прикладывать усилия для того, чтобы удовлетворить Господа Чайтанья, для того, чтобы удовлетворить Кришну, служить Кришне, для того, чтобы удовлетворить духовного учителя, они ответят нам взаимностью. You know, Krishna tells us in Bhagavad Gita. Кришна говорит нам в Бхагавад Гите. Jejita mam prapadyante tang sutaiva vajamyaham. That as you, as they surrender, I reward them. Он говорит, что то, как мне предается, так я им и отвечаю. And so many times we've heard Srila Prabhupada say, часто мы слышали, как Шрила Прабхупада говорил, you give Krishna 5%, he gives you 5%.
Если вы даете Кришне 5%, он дает вам 5%. Or 50%, he gives you 50%. Если вы даете 50%, он отдает вам 50%. But if you give your heart fully in love, he will give his heart fully in love. Но если вы отдадите свое сердце полностью с любовью, то он также с любовью полностью отдаст свое сердце вам. Krishna says, if we worship him with love, didami buddhiyogam tam yenamam upayanti te, that he will give us the intelligence by which we can always know how to come to him. И также Кришна говорит, что если мы будем постоянно заняты преданным служением, то он дарует нам разум, как, с помощью которого мы сможем прийти к нему. Or Shiv Charan was explaining something nice to me that he was hearing in a lecture. Или Шив Чаран объяснял мне что-то интересное, что он услышал сегодня в лекции. And it's very practical understanding. Это очень практичное понимание. If we apply the intelligence to just understanding that we're the body and trying to satisfy, you know, the demands of the body, then all of the evil material qualities will come to us. Что если мы используем свой разум для того, чтобы сознавать себя, то есть отождествлять себя с материальными обозначениями и пытаться наслаждать чувства материальными объектами, то в нас будут проявляться все ужасные качества. What is that statement that Krishna makes in the Bhagavad Gita? Что это за утверждение, которое Кришна дает в Бхагавад-гите? Matakshmitir gyanam apohanam cha. He says, I give them remembrance, knowledge and forgetfulness. Он говорит, что я являюсь источником памяти, знания и забвения. So if we apply our intelligence to the satisfaction of the body, he'll give us remembrance of those activities, he'll give us knowledge of how to engage in those activities, and he will give us forgetfulness of himself. То есть если мы будем занимать свой разум в удовлетворении своего тела, то он даст нам знание о том, как это делать, память для того, чтобы этим заниматься, и также он даст забвение о нем. But if we faithfully serve Sri Chaitanya Mahaprabhu. Но если мы с верой будем служить Чайтанье Махапрабху. Through rendering service to our spiritual master. Совершая, предлагая служение нашему духовному учителю. And our predecessor acharyas. И нашим предшествующим ачарьям. Then jnanam, he will give us knowledge of how to come to him. То jnanam, он даст нам знание, как прийти к нему. And he'll give us forgetfulness of this entire Maya world. И также он дарует нам забытие всего этого мира Майи. He'll give us remembrance of only him. Он даст нам возможность помнить только о нем. Instead of all of the samskaras of material life that we have, remembering these things. И вместо всех тех самскар, которые связаны с памятованием о материальном мире. He'll give us only, you know, remembrance of him. Он даст нам памятование только о нем. And that will be the seed of our perfection. И это будет семенем нашего совершенства. So, endeavors, and then mercy. Таким образом, усилия, а затем милость. So, Lord Chaitanya, he's Vishwambar. Итак, Господь Чайтанья, он Вишвамбар. And he's distributing the upper, the middle, the lower planetary systems. He's distributing in all of the spiritual planets pure love of God. И он распространяет на низших, средних и высших планетных уровнях и на всех планетах духовного мира он распространяет чистую любовь к Богу. But he's specifically distributing love of God following in the footsteps of the residents of Vrindavan. And particularly the young damsels of Vrindavan. Но он распространяет любовь к Богу, которой обладали жители Вриндавана, в частности, любовь к Богу, которой обладали жители Вриндавана, и в особенности ту любовь, которой обладают молодые девушки Вриндавана. So let us continue reading. Продолжим чтение. A reference to the word Vishwambar is given in the Vedas. And he cites the Atharva Veda,
second kanda, third prapataka, fourth anuvak, fifth mantra. Указание на слово Вишвамбара приводится в Ведах. Атхарва Веда, вторая канда, третья прапатака, четвертая анувак, пятая мантра. I always smile when I say these things. Я всегда улыбаюсь, когда говорю такие вещи. Because hey, we have monkeys in the yard now. Нам пришли обезьяны во двор. Hey, beat it. Yeah, I smile when I hear these things because, you know, Srila Bhakti Siddhanta could give reference to these things, and they had no computers for quick reference points. Я всегда улыбаюсь, когда слышу такие моменты, потому что Шрила Бхакти Сиддханта он мог приводить такие ссылки, несмотря на то, что в те времена у них не было компьютеров, чтобы найти быстро найти ссылку на писание. I think they had something more sublime than computers, and that was divine revelation. Я думаю, у них было нечто более возвышенное, чем компьютеры. Это было божественное откровение. So he's citing the Atharva Veda. Итак, он цитирует Атхарва Веду. And there it said, Vishvambara Vishvena Ma Bharasa Pahi Svaha. Please preserve me by sustaining the universe, O Vishvambar, upholder of the universe. И он цитирует следующий стих из Атхарва Веды, в котором говорится, пожалуйста, защити меня, поддерживая всю Вселенную, О Вишвамбара, хранитель Вселенной. We're seeing if our family is moving on to the front side of the house now. Сейчас эта семейка обезьян передвигается на другую сторону дома. The word Dvija generally refers to Brahmins, Kshatriyas, and Vaishyas who have undergone the purificatory processes, but here the word Dvijavaro refers to Lord Chaitanya and Lord Nityananda who are dressed as Brahmins and who have taken the role of acharyas. Слово Двиджа обычно относится к браманам, к кшатриям и вайшьям, которые прошли очистительные процессы. Но здесь слово Двиджаваро относится к Господу Чайтанье и Господу Нитянанде, которые одеты как браманы и которые приняли на себя роль ачарьев. So if we're thinking according to the Varna Ashram consideration, only Brahmins are addressed as Dvijavara. И если мы будем рассуждать в контексте Варнашрама Дхармы, то только к Брахманам можно обращаться словом Dvijavara. Both Sri Gaur and Sri Nityananda took the role of Jagad Guru Acharyas and taught devotional service of the Lord to the people of the world. Therefore, they are the crest jewel among all the Brahmins. И Шри Гаура и Шри Нитянанда оба приняли роли Джагат Гуру Ачарьев, и они учили преданному служению Господу людей этого мира. Поэтому они являются драгоценными камнями среди всех Брахманов. In this incarnation, they did not consider themselves cowherd boys and perform pastimes like Rasa Lila with any cowherd damsels, either in Godadesh or in Orissa. В этом воплощении они не считали себя мальчиками-пастушками и не совершали игры, подобные Раса Лили с девушками в Раджа, с пастушками в Раджа, ни в Гаудадеше, ни в Орисе. Now, this sentence may sound strange. Это предложение может звучать странно. But it was probably spoken, it was written by Srila Bhakti Siddhanta at that historical time because there were many deviations from the pure practice of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Это предложение было написано Бхактисиддханта Сарасвати в исторический момент, потому что в то время
Существовало множество отклонений от практики, представленной читанием Махапрабху. But here he specifically wants to say. И здесь, в частности, он хочет сказать. That when they appeared as Gaur and Nitai, you know, they didn't play Rasa Lila, they didn't play Cowherd Boy Lila, they didn't do anything like this. Что когда они явились как Гор и Нитай, они не играли в такие игры, как Раса Лила, они не играли в игры пастушков, ничего подобного не было. If one wants to destroy the distinction between the Madhurya pastimes of Vrindavan and the Audarya pastimes of Navadvip, then he will commit rasabhas and fall into hell due to the offense of opposing the conclusions of the author, Vrindavan Das Thakur, and Ramananda Roy. Если кто-то захочет разрушить или отвергнуть различия между играми Мадхурья во Вриндаване и играми Аударии в Навадвипе, таким образом он совершит расабхасу и отправится в ад из-за оскорбления заключающегося в противопоставлении заключений автора Вриндаван Дас Такура и заключений Рамананда Рая. So here Srila Bhakti Siddhanta is very clearly giving reference to the different practices of the Sahaja Sampradayas. Здесь Бхактисиддханта Сарасвати ясно ссылается на отклонения в практике различных Сахаджа Сампрадай. In Krishna Lila, there are many different relationships. В Кришна-лиле существует множество разнообразных взаимоотношений. But for Lord Chaitanya in Gaur Lila, or for Krishna in Gaur Lila, there's only one relationship. Но для Шри Чайтаньи или для Кришны в Гаур-лиле есть только один вид взаимоотношений. And that is Sri Chaitanya Mahaprabhu is our master and we're his servant. Он заключается в том, что Шри Чайтанья Махапрабху наш господин, а мы его слуги. We are his servants in the expansion of the Sankirtan mission. Мы его слуги в распространении, расширении миссии Санкиртана. The word Dvijavaro may alternatively refer to Dvija Rajo, or two full moons that have simultaneously arisen. Слово Dvijavaro также может означать Dvija Rajo, или две полные луны, которые одновременно взошли на небосводе. Two full moons that have risen simultaneously in Gaudadesh to bless the whole world with spiritual benediction. Две полные луны, которые одновременно взошли над Гаудадешей, чтобы благословить весь мир духовными благословениями. Now, this next paragraph is for everybody who is a mathematician. Следующий параграф для математиков. Or an astronomer or astrologer. Или для астрономов или астрологов. It's a phenomenal paragraph written by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Это феноменальный абзац, который составил Бхактисиддханта Сарасвати. Who was a renowned astrologer? Astronomer. Который был широко известным астрономом. So he says the word yuga is explained as follows. Он говорит, слово юга объясняется следующим образом. A Mahayuga consists of 4,320,000 earthly years. Одна Махаюга состоит из 4,320,000 земных лет. A Kalpa, or a day of Brahma, consists of 1,000 Mahayugas. Kalpa, или день Брамы, состоит из 1,000 Махаюг. In this day of Brahma, there are 14 Manus. В этот день Брамы приходит 14 ман. Each of whom rule for 71 such yugas. Каждый из которых правит на протяжении 71 юги. Okay, now it becomes interesting. Сейчас интересно будет. A 1/10 portion of a Mahayuga is the duration of Kali Yuga. 1/10 часть Махаюги это длительность Кали Юги. A 2/10 portion of a Mahayuga is the duration of Dwarpa Yuga. 2/10
две десятых Махаюги – это длительность Двапара Юги. A three-tenth portion of a Mahayuga is the duration of Treta Yuga. Три десятых Махаюги – это длительность Трета Юги. And a four-tenth portion of a Mahayuga is the duration of Satya Yuga. И четыре десятых Махаюги – это длительность Сатья Юги. That's pretty detailed. Очень детально, правда? Regarding the Yuga Dharma. В отношении Юга Дхармы. The process of self-realization for Satya Yuga is meditation. For Treta Yuga is sacrifice. For Dwarpa Yuga is deity worship. And for Kali Yuga, the congregational chanting of the holy names of the Lord. Процесс самоосознания для Сатья Юги – это медитация. Для Трета Юги – жертвоприношение. Для Двапара Юги – поклонение божествам. И для Кали Юги – совместное воспевание святых имен Господа. As stated in the Srimad Bhagavatam, как утверждается в Шримад Бхагаватам, Крите ят дьяято вишнум третиян яджито макай Двапаре паричарьяям калал тад дари киртанат. Whatever result was obtained in Satya Yuga by meditating on Vishnu, in Treta Yuga by performing sacrifices, and in Dwarpa Yuga by serving the Lord's lotus feet, can be obtained in Kali Yuga simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra. Все результаты, которые можно было обрести в Сатья Югу, медитации на Господа Вишну, в Трета Югу, благодаря совершениям жертвоприношений, и в Двапара-югу, благодаря служениям лотосным стопам Господа, в Кали-югу можно обрести, просто воспевая Хари Кришна Маха-мантру. So here it says, a one-tenth portion of a Maha-yuga is the duration of Kali-yuga. Здесь говорится, что одна десятая часть Маха-юги – это длительность Кали-юги. So of all the yugas, Kali-yuga is the smallest. То есть среди всех юг Кали-юга самая короткая. But Kali-yuga is beset with the greatest problems. Но и при этом еще Кали-юга исполнена множество трудностей. And therefore, you know, what was achieved in these other yugas in much longer periods of time can be achieved in Kali-yuga simply through the performance of Sankirtan. Именно поэтому все, что можно, все, чего можно было достичь в прошлой юге, благодаря практике на протяжении долгого времени, в Кали-югу можно достичь просто благодаря воспеванию Санкиртана. Калер доса нидей раджан астихика махадгуна киртанаде вакришнасья муктасанга парамбраджат. My dear king, although Kali-yuga is an ocean of faults, still there is one good quality about this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become free from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. Мой дорогой царь, несмотря на то, что Кали-юга является океаном недостатков, все же есть одно хорошее качество в этом веке. Просто благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантры человек может освободиться от всего материального отождествления и вернуться в духовное трансцендентное царство. So Kali-yuga, complete ocean of faulty things. То есть Кали-юга это океан неблагоприятных качеств. And we can see practically that the predominant modes of nature here are ignorance and passion. Мы можем видеть, что преобладающие качества материальной энергии, проявленные в этот век, это невежество и страсть. Everybody is programmed to follow activities that are based on ignorance and passion. Все запрограммированы заниматься деятельностью, основанной на невежестве и страсти. Prabhupada says there's small amount of goodness. Шрила Прабхупада говорит, что есть небольшая примесь благости. But vast majority of individuals living in Kali-yuga, ignorance and passion. Но основное большинство населения Кали-юги находится в невежестве и страсти. And that reflects into what we see in the world today. И это отражается в том, что мы видим в мире в наше время. That reflects into why we're sitting here in the garden
and giving a class on internet as opposed to being there with you personally, because we're all in quarantine because of the COVID-19 pandemic. Это проявляется в том, что мы сидим здесь во дворе и даем лекцию по интернету, вместо того, чтобы быть непосредственно с вами, из-за того, что мы находимся на карантине из-за пандемии COVID-19. The leaders of the world today, they're all possessed of this qualities of ignorance and passion. Лидеры современного мира, они все исполнены этих качеств невежества и страсти. And that's because they had been voted into that position by people who are simply absorbed in ignorance and passion. И это случилось лишь потому, что за них проголосовали люди, которые также находятся в невежестве и страсти. For example, we all sit back and we observe the leadership of some of the greatest countries in the world today, and all we can do is say, well, they get what they wanted. Ну, мы можем как бы расслабиться и посмотреть, что происходит с руководством или с лидерством в самых великих странах современного мира. И мы можем понять, что, ну, они получили то, чего хотели. You see, like many small dogs, you know, they vote for a big dog. Много маленьких собак голосуют за одну большую. You see. And then no quality to lead people correctly. И поэтому нет достойных качеств, чтобы должным образом руководить людьми. Complete ignorance. What is the instruction of the Supreme Person? Полное невежество в отношении наставлений Верховной Личности. Has no idea to educate people how to act according to the natural duties in accordance to the laws of material nature established by the Supreme Person. Абсолютно никакого образования для людей, чтобы научить их действовать в соответствии с их духовной природой и теми качествами, которыми их наделила Верховная Личность Бога, в соответствии и действовать, научить их действовать в соответствии с Его наставлениями. No conception of the idea that we're not the body. Абсолютно никакого представления о том, что мы не являемся телом. It's like Srila Prabhupada would always give the most simple example. Шрила Прабхупада всегда приводил самый простой пример. One and one is two. Один плюс один – два. And if you say one and one is three, then everything else in society, everything else in your equation will be wrong. И если вы скажете, что один плюс один – это три, то все остальные расчеты в вашем уравнении будут неверными. So due to the fact that we have leaders of the world today who are absorbed in the qualities of passion and ignorance, and they have not even the slightest understanding that our real conception of life is that we're the eternal spiritual soul, you know, the result of that equation are situations like worldwide lockdown. И та ситуация, что современные лидеры находятся полностью под влиянием страсти и невежества, и они абсолютно никакого представления не имеют о том, и никакого желания рассказывать о том, что есть Верховная Личность Бога и как следовать Его плану. И результатом этого является то, что мы имеем, всемирный карантин. So can be the greatest person. То есть человек может быть величайшей личностью. But if the understanding of the eternal spiritual soul is not there. Но если у него нет понимания вечной духовной души. And the understanding how we're not the body, we are the soul. И нет понимания того, что мы не являемся телом, а мы являемся душой. Then everything in the entire society of the world will be misled. Тогда все остальное, что будет происходить в современном обществе, это будет путь в никуда. And for some time it may look very beautiful. И в течение какого-то времени все может казаться очень привлекательным. But the resultant reaction will be things like what we have today.
Но результатом все равно будет то, что мы имеем сегодня. Or war. Или война. Or different natural disasters. Или различные стихийные бедствия. Because people are not educated to act according to the natural order of the universe given by the Supreme Person Krishna. Потому что люди не получают обучения о том, как следовать естественному порядку вещей во Вселенной, как этому учит Кришна. So Kali-Yuga is really an ocean of faults. Поэтому Кали-Юга поистине является океаном недостатков. But amongst all those faults, there's one great quality. Но среди всех этих недостатков есть одно хорошее, великое качество. That if we embrace the chanting of the Hare Krishna Maha Mantra, что если мы примем это воспевание Hare Krishna Maha Mantra, and we learn to chant with attention, and we learn to chant without offense, и мы научимся воспевать внимательно и без оскорблений, and if we learn the science of spiritual realization that goes with this chanting of the Maha Mantra, и мы изучим науку духовного самоосознания, которая преподается вместе с Харе Кришна Маха Мантрой, then Mukta Sangha Param Brajat. We become liberated and we attain the highest goal of life, which is loving devotional service to Krishna. То тогда Мукта Санга Парам Враджат, мы достигнем освобождения и обретем высшей цели жизни, которая заключается в чистом преданном служении Кришне. Next verse. One moment, Shiv Charan has to restart Instagram live stream. Have you done? Yes. If there's some Instagram viewers, can you give us a message that things are working? Если есть зрители в Инстаграме, пожалуйста, дайте знать, что все работает. It's going on. Okay, great. Next verse. Следующий стих. From the Srimad Bhagavatam, 11th canto. Из Шримад Бхагаватам, из 11-й песни. Kalim Sabha Jayanti Arya Guna Gya Sarabhagina Yatra Sankirtane Vaiva Sarvasvarto Bilabhyate. Those who are actually advanced in knowledge are able to appreciate the essential value of this age of Kali. Те, кто на самом деле продвинуты в знании, способны оценить сущностную ценность этого века Кали. The essential value of the age of Kali. Сущностную ценность века Кали. Such enlightened persons worship Kali Yuga because in this fallen age all perfection of life can easily be achieved by the performance of Sankirtan. Такие просветленные личности поклоняются Кали Юге, потому что в этот падший век всех совершенств жизни можно с легкостью достичь совершением Санкиртан. That's very nice. Это прекрасное утверждение. Statement of Srimad Bhagavatam. Прекрасное утверждение Шримад Бхагаватам. That if we're advanced in knowledge, then we can appreciate the essential value of Kali Yuga. Что если мы обладаем истинным знанием, то мы можем оценить истинную ценность Кали Юги. And that's although it is the most fallen age. Она заключается в том, что несмотря на то, что это самая падшая, никчемная эпоха, all perfection can be attained through chanting Harinam. Все совершенств можно достичь посредством воспевания Харинамы. Next verse is from the Vishnu Purana. Следующий стих из Вишну Пураны. Дьяян крите яджан джагнайс тритаян парпаречаям яд абноти тат апноти калау санкиртикешавам. Whatever is achieved by meditation and Satya Yuga, by the performance of sacrifice in Treta Yuga, and by the worship of Lord Krishna's lotus feet in Dwarpa Yuga, is obtained in the age of Kali simply by glorifying the name of Lord Keshava.
Все, что достигается посредством медитации в сати-югу, совершением жертвоприношений в трета-югу и поклонением лотосным стопам Господа Кришны в двапара-югу, можно достичь век Кали, просто прославляя имя Господа Кешавы. Now back to Srila Bhaktisiddhanta. А теперь обратно к комментарию Бхактисиддханты. The phrase Yuga Dharma Palo is described as follows. Фраза Yuga Dharma Palo описывается следующим образом. According to the scriptures dealing with karmakanda or fruitive activities, the religious principle for the age of Kali is charity. В соответствии с писаниями, которые имеют дело с кармакандой или деятельностью ради плодов, религиозный принцип для века Кали – это благотворительность. But, as the maintainers of Yuga Dharma, the two most magnanimous lords, Sri Gaur and Nityananda, have inaugurated the congregational chanting of the holy names of Krishna. Но, являясь хранителями Юга Дхармы, два самых великодушных Господа, Шри Гаура и Шри Нитянанда, начали или установили совместное воспевание святых имен Кришны. And then he gives reference to the famous verse from Shrimad Bhagavatam. И дальше он приводит ссылку на известный стих из Шримад Бхагаватам. And this is a verse that we should all know. Это стих, который мы все должны знать. And if you know, please repeat as we chant. And if you don't know, then learn it by tomorrow. И если вы его знаете, повторяйте его вместе с нами. Если не знаете, то выучите до завтра. Krishna varnam tvisa krishnam sango pangastra parshadam jagnai sankirtana prayer jajantihi sumedasaha. In the age of Kali, intelligent persons perform congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who constantly sings the names of Krishna. В век Кали разумные люди совершают совместное воспевание для того, чтобы поклоняться воплощению Господа, которое постоянно воспевает имена Кришны. Although his complexion is not blackish, he is Krishna himself. Несмотря на то, что цвет его тела не черный, это сам Кришна. He is accompanied by his associates, servants, weapons, and confidential companions. Его сопровождают его спутники, слуги, орудия и приближенные друзья. So this is Srimad Bhagavatam 11.5.32. Это Srimad Bhagavatam 11.5.32. 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 So after we finish here, those who don't know the verse can open the book and learn the verse. Поэтому, когда мы закончим, те, кто не знает этот стих, могут открыть книгу и выучить его. This is reference to the incarnation of Chaitanya Mahaprabhu given to Maharaj Nimi by Karabhajan Muni in the Srimad Bhagavatam. Это указание на Шри Чайтанью Махапрабху, которое дает Махараджа Ними Карабаджан Муни в Шримад Бхагаватам. Nimi Maharaj was a very pious, Krishna-conscious king. Nimi Maharaj был очень благочестивым, сознающим Кришну царем. And he was performing a great jagya for the satisfaction of the Lord, for the peace and auspiciousness of the world. И он совершал великую ягью для удовлетворения Господа, чтобы во всем мире было мир и достаток. And it was one of those situations where you don't just have one jagyakund, but you have many hundreds of jagyakunds. И это не так, что там была просто одна ягьякунда. У него было много сотен ягьякунд. And all surrounded by perfectly qualified Brahmins, perfectly chanting the Vedic mantras and making all of the offerings of ghee and grain and other auspicious substances into the fire. И вокруг каждой из этих кунд сидели
множество квалифицированных браманов, которые идеально повторяли все мантры, идеальным образом совершали все необходимые подношения, ги, зерно и все другие благоприятные предметы. So you can only imagine how brilliant the situation must have been. Мы можем себе только представлять, насколько было это великолепное зрелище. But then 9 saintly persons arrived at that scene. Но потом на эту сцену вышли 9 сияющих личностей. And they're known as the Navayogendras. Эти личности — это Навайогендры. And the Bhagavatam explains. Бхагаватам объясняет. That these 9 saints were so effulgent with the knowledge of Krishna consciousness that their effulgence was more brilliant than the effulgence of all of the hundreds of sacrificial fires. И там объясняется, что эти личности, они были настолько исполнены знания и сознания Кришны, что они сияли ярче, чем огни всех этих ягьякунд. And naturally, when they arrived, everybody rose in respect to receive them. Естественно, когда они явились, все поднялись, чтобы с почтением их поприветствовать. And Maharaj Nimi, he basically just put his sacrifice on pause. И Махараджа Ними, он по сути просто все жертвоприношение поставил на паузу. Because he understood the great value of the association of pure devotees. Поскольку он сознавал истинную великую ценность общения с чистыми преданными. And he started asking different questions. И он стал задавать разнообразные вопросы. So again we see this situation coming up of a great soul arriving, asking questions and then receiving answers. И опять мы видим эту ситуацию, когда приходит великая личность, ему задают вопросы и получают ответы. And Krishna tells us tadbidi pranipatena padiprashnena sevaya upadekshanti tajjnanam jnanina tattvadarshana. That we should approach a tattvadarshi. Krishna объясняет нам, что нам следует обратиться к tattvadarshi. And we should show our humility in that association, give our obeisance. И в общении с ним нам нужно проявить смирение, предложить поклоны. We should render very humble service. Нужно совершать очень смиренное служение. And then we should ask questions. И затем следует задавать вопросы. And the self-realized souls, they will share their understanding of the absolute with us. И тогда самоосознавшие души поделятся их пониманием абсолюта с нами. Even if we're most unqualified. Даже если мы самые никчемные, неквалифицированные. A great example of that is the boy Narada Muni. Великим примером этого является мальчик Narada Muni. He simply sat in the association of Bhaktivedantas. Он просто сидел в обществе Бхактивидант. And rendered the smallest amount of service. И совершал самое незначительное служение. But by hearing their transcendental topics, he became perfect. Но слушая эти трансцендентные рассказы, он стал совершенным. So the different yogendras began to describe different topics. И вот разные йогендры стали рассказывать разные темы. And then Karabajan Muni, one of the yogendras, he began to explain the incarnations for the different ages. И затем Карабаджан Муни, он начал объяснять воплощения в разные эпохи. And this is the description that he gives for the incarnation of Krishna in Kali Yuga. Это самое описание, которое он даёт для воплощения Кришны в Кали Югу. And he says that in Kali Yuga, if a person has good intelligence, he will worship the incarnation of God through the congregational chanting of the holy names. Он говорит, что в Кали Югу, если человек обладает достаточным разумом, то он будет поклоняться воплощению Бога посредством совместного воспевания святых имен. He says in Kali Yuga that incarnation will have specific characteristics. И также он объясняет, что в Кали Юга это воплощение будет обладать особыми качествами. He says he will not be black in complexion, he'll be golden complexion.
Цвет его тела будет не черным, а золотым. And he will always be engaged in chanting the holy names of Krishna. И он будет постоянно занят, это воплощение будет постоянно занято воспеванием святых имен Кришны. And he will come along with his associates. И оно явится вместе со своими спутниками. His servants. Слугами. His weapons. Оружием. And his confidential companions. И ближайшими друзьями. In the way that Chaitanya Mahaprabhu came with Nityananda and Advaita and Shivas and Gadadhar and all of their different associates. Точно так же, как Господь Чайтанья явился вместе с Нитянандой, Адвайтой, Шивасом, Гададхаром и всеми остальными своими спутниками. And just like Krishna came with Sudarshan Chakra, Sri Chaitanya Mahaprabhu came with the holy name and his phenomenal otherworldly beauty. И точно так же, как Кришна явился вместе со своей Сударшана чакрой, точно так же Господь Чайтанья пришел со святым именем и своей феноменальной неземной красотой. And the best process to worship is simply by chanting his holy names. И лучший способ поклонения ему — это просто воспевать святые имена. Next verse. Следующий стих. Asan varnas trayo hyasya gri nato gri naton yugam tanu shuklo raktas tata pita idanim krishnatam gataha. And this is Garga Rishi speaking to Maharaj Nanda. Это беседа Гарга Риши с Махараджа Нандой. Your son Krishna appears as an incarnation in every millennium. Твой сын Кришна является, проявляет разные воплощения каждую эпоху. In the past he assumed three different colors, white, red and yellow, and now he has appeared in a blackish color. В прошлом он принимал различные цвета, белый, красный и желтый, и теперь он явился в черном цвете. And then Srila Bhakti Siddhanta, he gives an addition. Затем Шрила Бхактисиддханта делает дополнение. He says, in another Dwarpa Yuga, he appeared as Lord Ramachandra in the color of a shuka, a parrot. В другую Двапара Югу он явился как Господь Рамачандра цветом шука или попугая, цветом попугая. So that's nice. We read the other day by Rupa Goswami in the Lagu Bhagavatamritam that Lord Ram has the beautiful green aroma of durva grass. Это как мы с вами на днях читали прекрасное описание Рупы Госвами в Лагу Бхагаватамрите, где он говорит, что Господь Рама был цвета свежей травы дурвы. And here he says sometimes Lord Ram appears in Dwarpa Yuga and he has the color of a shuka. И здесь он говорит, что иногда Господь Рамачандра является в Двапара Югу, и при этом цвет его тела шука, как у попугая. Shri Rupa Goswami has offered his obeisances to Sri Chaitanya Dev as follows. Shri Rupa Goswami предлагает свои поклоны Шри Кришне Чайтанья Деви следующим образом. Let's all recite together. Давайте вместе повторять. Намо Маха Бараньяя Кришна Према Прадаяте Krishnaya Krishna Chaitanya Namni Gaur Tivishay Namaha. I offer my respectful obeisances unto the Supreme Lord Sri Krishna Chaitanya, who is more magnanimous than any other avatar, even Krishna himself, because he is bestowing freely what no one else has ever given, pure love for Krishna. Я предлагаю свои почтительные поклоны Верховному Господу Шри Кришне Чайтанье, который более великодушен, чем любая другая аватара, даже чем сам Кришна, поскольку он свободно раздает то, что никто раньше не давал, чистую любовь к Кришне. In other words, magnanimity is Sri Chaitanya Mahaprabhu's characteristic, and distributing love of Krishna is his pastime. Другими словами, великодушие — это характеристика или качество Шри Чайтаньи Махапрабху, а распространение любви к Кришне — это его игра. That's very beautiful. Прекрасно.
He says that magnanimity is Lord Chaitanya's characteristic, and then just giving everybody love of God, that's his pastime. Он говорит, что великодушие – это характеристика Чайтаньи Махапрабху, а распространение любви к Кришне – это его игра. And we'll read one last verse before concluding. И мы прочитаем последний стих перед тем, как закончить. Шри Кришна Чайтанья Дая Караха Вичара Вичара Карите Читта Пабе Чаматкара. If you are indeed interested in logic and argument, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. If you do so, you will find it strikingly wonderful. Если ты действительно заинтересован в логике и аргументах или спорах, пожалуйста, примени это к милости Шри Чайтаньи Махапрабху. Если ты так поступишь, то ты обнаружишь, что она поразительно чудесна. So that's the verse by Kaviraj Goswami in Chaitanya Charitamrita. Это стих Кавираджа Госвами из Чайтаньи Чаритамриты. If you're indeed interested in logic and argument, then simply try to understand the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Если ты действительно заинтересован в логике или аргументах, спорах, то попробуй понять милость Шри Чайтаньи Махапрабху. If you do so, you will find it strikingly wonderful. И если ты поступишь так, то ты обнаружишь, что она поразительно чудесна. Okay, we'll conclude here today. На сегодня на этом закончим. Thank you all very much for being here and patiently listening. Спасибо, что были с нами и терпеливо слушали. We hope that the sound was okay. Надеюсь, что со звуком все было в порядке. And that we weren't drowned out by the boys next door or the birds flying above. И надеюсь, что нас не заглушали ребятишки из соседнего двора или не заглушали птички, которые над нами летали. Or the squirrels chirping in happiness. Или белочки, которые щебетали счастливо. This lockdown is very wonderful because we're hearing all these things again. И этот карантин на самом деле что-то чудесное, потому что вновь можно слышать все эти звуки. Generally, we're hearing people honking their horns, coming up the Prikram Marg. It sounds like you're living right next to a great highway in a great city. Обычно было слышно лишь только громкие сигналы автомобиля, которые проезжали по парикрамной дороге, и так, всегда было такое ощущение, что ты живешь в каком-то огромном городе рядом с широким шоссе. But here we're just relishing the songs of all the different birds. Сейчас мы наслаждаемся песнями разнообразных птиц. And just outside our house here, we have this bakul tree and a bougainvillea creeper going up, and some other type of creeper, I don't know what it is. И прямо перед нашим домом растут деревья бакула, бougainvillea, и еще какие-то другие лианы, которых я не знаю. And just above the entrance to the house, it's like a very thick bower. И перед входом в дом находится очень густая такая как беседка. And at this time of the year, it seems that it always becomes the ashram for different birds here in Vrindavan. И в это время года она превращается в что-то вроде ашрама для разнообразных птиц. Sometimes it's the ashram for the magpie robins. Иногда это ашрам для галок. Галок is magpie robins? Галка. And sometimes it's an ashram for the doves. Иногда это ашрам для голубей. Generally every year we get these little tiny bees that make a nest up there. И обычно в это время года маленькие-маленькие пчелки тоже устраивают там улей свой.
I've seen at different times I've seen snakes up there. Раньше в другие времена я видел даже змей там. I think they must be going up to the bird's nest to try to find something to eat. Наверное, они туда забирались, чтобы найти птичье гнездо, чтобы полакомиться. One time many years ago I saw a civet walking up there also. И однажды, несколько лет назад, я видел виверну, которая там гуляла. But sort of like an ashram or a hostel for the birds in the evening. Но вечером это превращается в ашрам или хостел для птичек. If Shiv Charan will give me the phone, I'll show you what I'm talking about. Shiv Charan, подаст телефон, и я покажу, о чем я говорю. There we back, yeah. That's the bower above the doorway. Вот это беседка или козырек над входом. And a lot of different people live in there at different times. И в разные времена там живут множество разнообразных жильцов. And there is Santadas Baba or Giriraj Baba's ashram. И здесь ашрам Шантадас Бабы или Гирирадж Бабы. And if you look in the sky there, you can see the moon in the sky above Santadas Baba's ashram. В небе можно увидеть луну над ашрамом Шантадас Бабы. So we're very blessed to be here in Vrindavan and to be speaking with you all. Поэтому мы очень благословлены находиться во Вриндаване и общаться с вами. Although you're viewing something very beautiful now, I'm going to turn it back around. Несмотря на то, что вы смотрите на что-то красивое, я сейчас разверну все обратно. Be very, very safe and careful. Будьте в безопасности и будьте осторожны. Keep washing your hands. Practice social distancing. Практикуйте социальное дистанцирование. If at all possible, just stay inside. Если есть такая возможность, просто оставайтесь дома. This is the best way that we can contribute for pushing down this viral curb. Это лучший способ, как мы можем сдержать распространение этого вируса. Until tomorrow morning at 8 a.m. Hare Krishna. Good evening. Встретимся завтра утром в 8 часов. Всем Хари Кришна, доброго вечера. Ванчакалпа трубьясча, кипасанду бейбьяча, патитанан паванебьо, бешнабебьо, намо намаха. Джай джай ши радхе шам. Хари Кришна, good evening.